Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И да, я немного простыл. Но я думаю, это не помешает мне рассказать вам, как пройти новый Форзафон, который продлится с 16 по 23 февраля. Ну что, поехали! И за первое испытание можно получить 35 тысяч кредитов. Ну а для этого достаточно продемонстрировать технику дрифт 10 раз. Главное не использовать в этом испытании ручник. За второе испытание можно получить 3 призовых игры. Для его выполнения вам потребуется автомобиль категории «Фургоны и внедорожники», выбрать любой полицейский радар или скоростной участок и получить за него 3 звезды. Лично я выбрал полицейский радар на водохранилище. За третье испытание можно получить 95 тысяч опыта. Ну а для его выполнения вам потребуется зайти в сетевое приключение и завершить его. Замечу, что придется пройти все 4 гонки. То есть, если приключение уже идет, вам придется дождаться окончания заездов и начать заново. Ну а для последнего испытания вам опять понадобится автомобиль категории «Фургоны и внедорожники». А чтобы пройти его, вам достаточно просто выиграть любую гонку. Ну а приз за последнее испытание – это Subaru Brett с бонусом на опыт. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новый Форзафон, который стартует 23 февраля. И поддержи меня лайком, чтобы я скорее выздоровел. Всем пока и удачи с выполнением заданий.